Zombie apocalypse. Ну что, ребята, всем привет, с вами я, Метар, и сегодня мы будем играть игрушку под названием The Spider-Man. Опа, англичанин проснулся, The Spider-Man. Мы там остановились на том, что Питера позвали на работу. Ну, частично не, ну да, в принципе, позвали. Там доктор что-то сказал, что типа он сам сделает, но... Но мы типа за него переживаем и летим к нему. Только что от Фиска победили, вот как раз весь костюм в царапинах, найс. Так, 500 метров. Спайдермен, Спайдермен. Доктор. Простите, опоздал. Я... Опа, можешь руку сжать. Начали без меня. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Вылезай! О, черт! А, может быть, отключить? Еще нет. Сейчас! Доктор Октавиус, вы в порядке? А, это осьминожик! Но почти. Ну, я тебя поздравляю. Пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Уверен, следующий этап... Не будем забегать вперед. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Но... Потом поговорим. Это бред какой-то. Как глушитель мог не выдержать? Да, док выгнал меня на выходной, но сперва разберусь, что пошло не так. Ну чё, доктор Октавиус что-то опять сделал? Ты не в лучшей форме, малыш. Ну он двигается. Все круто. Посмотрим, что с тобой не так. Octavius Industries представляет фильм «Киборг-убийца». А повреждена цепь подключения. Блин, я ж не... Верните, я не прочитал вам. Если бы я не опоздал на проверку, я бы заметил. Окей. Это мне... Я математик про... О, ну не... Ну, блин. Да ш... Не, я пока вот это... А, типа... Ну, ладно. Его двигать нельзя? А как двигать? Я чё не... Аладдин сброс.
А, я типа и вот сюда выбрать какую, я понял. Ну ладно, это уже пологичнее будет. Ну лучше бы я кого-то отпинал все-таки. Вышло. Компьютер от Китмар форматирован. Я не знаю, что. Направим сервопривод. А, они не бесконечные. Тогда смотрите, как я сделаю. Это я сброшу. А я могу как-то его убрать? Тебя повернуть. Вот так вот. И вот так. А, я Я тогда сделаю вот так просто и не буду париться. А, это не подойдет. Убрать. Я ж так. Понимаю. Я думаю, и так сойдет. Это закончилось, значит, убираю вот это и поставлю вот это. Вот эту. Поворачиваю. И вот так. Отлично. Ладно, что дальше? Сбалансируем напряжение. Ага. Минус один. Ага, вот я хитрый. Ай-яй-яй. А там было, может... А, ну правильно. Просто... А, требования... Что я делаю не так? А, так у меня две двойки. Закончили. Ну, тогда это легче, чем я думал. Так, повреждение центра сердца. Я не знаю, что там было. Но я не успел. Посмотрим, что будет. Как новенькая. Так он и так двигался. Вау, джойстик. Я на таком сейчас играю. Док испытывал новые материалы для протеза. Я мучил меня здесь посмотреть украсть работу, когда будет Ой. Время. Оно пришло. Я имею в виду. Ну да, ладно. Я умею бегать, я забываю про это. У нас есть все типы протезов, какие только бывают. И что это? Наш первый доброволец. Капрал Тексидор. Потерял Капрал, руку в бою красавчик. И сейчас хочет просто снова обнять дочку. А, ну я хочу как бы, но это не... Хочу исследовать все, что тут... О! Мы пробуем улучшить наш новый протез. Я должен просмотреть исследование Дока и перепроверить его работу. А что? Да. Доступно. Точное. Док пытался улучшить отзывчивость пневмопривода. Извиняюсь. Это опыт, а опыт мне надо. По приколу, на самом деле, мне опыт вообще не надо.
Очень плавный отклик. Прям плавный, так, план. Теперь настроим силу хватки протеза. Я ж надеюсь, мне это надо? А так, вот так, вот так. Так-то лучше. По крайней мере, кости, пожимая руку, не сломает. Ну, круто. Я повышаю уровень моего интеллекта, потому что я Питер Паркер. Ладно. Я забываю, что я бегать могу. Сегодня мы ждем комиссию по грантам. Все готово. Работа значительно продвинулась. Я никогда не думал, что мы доработаем пневмоприводного. Мне 3D-звук. Но Паркер... Ну, в смысле. Ай, в прикладных науках у парня просто феноменальный дар. Когда я уже хотел заказывать очередную деталь на заводе, он принес из хозяйственного магазина растворитель и зубную щетку. И раз, пневмопривод доработан. Ай. Парень гений. Спасибо. В том числе и по части опозданий. Уже 10 минут. Где он ходит? Он же не мог забыть про визит комиссии. Простите, что подвел вас, док. Ну, походу, вот это последнее, что тут исследует. А. А. Ну, ладно. Ну, ладно. Док проводил испытания с новым материалом для протеза. Да я понял. Ну, не особо, но я типа понял. Вот. Ага. Сюда. Один. Сюда. Три. Вот сюда перетаскиваем. Анализ крови. Гидрогель полимерный композит. Прочно, но сопротивление велико. Скажу доку, что стоит попробовать что-то еще. Я могу послушать? Мне прям интересно, что это. Надо уходить отсюда, пока я все окончательно не испортил. А я еще раз могу? Ага, и то есть я, короче, хакнутый на всю голову. Над чем док работал с этим? Это злодей. Это злодей по имени Окто Октавиус. Анализ. Угу. Прекрасно. Вау. Анализ. Ладно. Похоже, еще один возможный материал для протеза. Плюс еще что-то. Мне где-то единичку надо достать. Ну или вот такую двоечку. Вроде она подойдет. Ага, она не подойдет. Ага. Может, вот такую двоечку? А, я понял, это вообще не подходит. Вот такая. Угу. Вот так вот, плюс вот это. Не, вот это. Что? Ладно, не подходит. Кстати. Я попутно буду смотреть, может, оно подойдет к другому кому-то. Вот так вот. И две. Вот это, по идее. Что я сделал? Я понял, что я сделал. А, вон та верхняя. Капец, это сложно. Ну ладно, это нет, типа. Ага.
Но это подходит, но... А, ага. Методом проб и ошибок я... Ошибок я сделал невозможно. Ну и что теперь? Вот это? Ладно, она не подходит. Тогда просто беру вот эту. Тащу сюда. Но это посложнее, но все равно легко. Но я просто с первой очень сильно протупил. О, ВПС гидрогель. Удачное решение. Наверное, ткани хорошо приживутся. Беги, Паркер, беги. Буду геройствовать. Уху. А масштаб Человек-паук вдали от дома. Почему вдали от дома, я не знаю. И типа его никто не видит. Человек-паук, это Юрий. А Фиск уже в Райкерс? Не в Райкерс. Наш парень заслужил наилучшие условия. Что, он что? На плоту. Ага, со Скорпионом, Электро и компанией. Фиск должен быть польщен. Такая компания. Можешь заглянуть в участок? У меня есть задание как раз для такого уникума, как ты. Для тебя, Юрий, что угодно. Уже в пути. Похоже, Джеймсон выпустил новый эпизод. Интересно, что мой главный фанат думает о победе над Фиском? Это только факты с Джейм, Джон и Джеймсоном, где слушатели обсуждают происшествие с лауреатом Пулитцеровской премии... Дважды! С дважды лауреатом Пулитцеровской премии, бывшим редактором Daily Bugle... Эй, упомяни книгу и... Как всегда, если вы закажете книгу мистера Джеймсона «Человек-паук. Опасность или угроза» в течение суток после эфира, вы получите код желаний. Не просите, не получите. Добро пожаловать только факты с Джейм, Джон и Джеймсоном. Мы расскажем вам обо всех угрозах нашему городу. Перейдем к звонкам. Говорите. Вы признаете, что Человек-паук заслужил наше доверие за победу над Фиском? В смысле, бандит должен сидеть в тюрьме, правда? Серьезно? А вы скажите мне, кто? Полицейский? Прокурор? А может, признанный журналист с огромным опытом работы, как я? Нет, водопроводчик. О, прекрасно. Тогда чините мой сортир и заткнитесь! Я расскажу вам кое-что о криминальных боссах. Стоит арестовать одного, и каждый пацан с пушкой и золотой цепью на шее решает, что он теперь крестный отец. На улицах начнется война между бандами. По вашему паутиноголовому кретину не все равно? Ошибаетесь. Он телезвезда. Я спасатель. И для него это главное. Зато я могу спокойно купить медную трубу без откатов. Так что пока война не началась, я на его стороне. Посмотрим, как вы запоете, когда три новых бандита заставят вас платить втрое больше каждому. Или ноги вам переломают. Всего доброго! Однажды, Джона, однажды ты скажешь про меня, что... Блин, что-то хорошее он хотел сказать, я отвечаю. Юрий? Ты бросила курить. Я что теперь говоришь людям, когда идешь сюда? Что хочу отдохнуть от их дерьма. Понятно. Так, зачем ты звонила? Жвачка. Не с кем пойти на полицейский бал? А у тебя есть смокинг? В этом году бала не будет. Слишком много потратили на систему наблюдения Оскорб. Оно же того стоило? Ну да. Еще час назад. Но система упала. Весь город. Все вышки. Как? Говорят, кто-то поломал главный сервер, и все вышки отключились. Что, свои? Возможно. Потом с этим разберусь. Сейчас нужно снова подключить все вышки. И быстро. И ты позвонила мне? О, как мило. Я позвонила, кому доверяю. Плюс на линии помехи, и мы не знаем, что делать.
Обожаю сложности. Сломаешь, заплатишь. Я думал, ты мне доверяешь. Проверю-ка я эту вышку.